Словно вшитые в ДНК казахстанцев ноты государственного гимна сегодня звучат практически повсюду. По стране прокатилась волна челленджа «Менің туым, менің мақтанышым». Мероприятие, посвященное Дню госсимволов, считается традиционным. Этот день можно назвать историческим днем, как и паспорт нашей страны. Такие символы, как наш герб, гимн, голубой флаг, для нас, казахстанцев, имеют большое значение. Мы их ценим, гордимся. Наша задача — донести это, чтобы каждый гражданин нашей страны, особенно молодое поколение, прочувствовал этот патриотизм. По-особенному звучит гимн для старшего поколения. Они помнят, как впервые выбирали, меняли, утверждали мелодию. Сегодня, спустя десятки лет, аккорды вызывают чувство гордости. Как в первый раз. Герб, флаг, гимн – это именно то, на что должна ориентироваться наша молодежь. Как внутри страны, так и за ее пределами. Они должны гордиться тем, что у них есть. У нас самый красивый, я считаю, флаг во всем мире. Флаг, на котором есть небо, есть солнце. Это символизирует мир, дружбу, взаимоотношения. В каждом из 50 слов гимна, по сути, призыв к единству и консолидации. Вместе с гербом, флагом и бирюзовым паспортом государственная песня стала самым настоящим идентификационным кодом казахстанского народа. И это читается в каждом жесте. Подобные патриотические акции и флешмобы сегодня прошли по всей стране. Динар Жумбатырова, Айнур Куатқызы, Кулбек Асемсейітов, Хабар 24.